здравствуйте. Сейчас мы во Внуково, собираемся летать в Болгарию. Вот наши покупочки duty free. Мы традиционно покупаем с мамой эту помаду. Сейчас я вам покажу. Вот такие классные купила помады и лак. По распродаже, кстати. Вообще нам очень нравится этот терминал. Мы вообще ехали, мы вообще любим в Шереметьево больше. Вот, а это оказывается новый терминал. Здесь прям как бы граница, как в каких-то Арабских Эмиратах. Это, мам, какой терминал? А, да? Угу. Терминал А. Помаду я вам сейчас поближе сниму, когда буду рисовать. Вот, смотрите, какая классная вещь я еще купила. Сейчас будем все вскрывать, чтобы не вести эти коробочки. Такую зарядочку себе взяла для айфона. Здесь два USB, чтобы заряжать наши все устройства. А это, как это называется, аккумуляторная батарейка, да? Угу. Заряжать тоже айфон. На экскурсию брать, когда, чтобы телефон не садился. Вот. Ну и девчонки, конечно, взяли традиционные всякие шоколадки, карандашики взяли. И ММДМС. Сейчас я вам покажу, какого цвета помада я выбрала. Смотрите, это обалденная помада Герлен. Да, мам, Герлен что называется? Посмотрите, какой дизайн. Это вообще шедевр. Вы видите? Да. Просто. Смотрите, как на солнышке светится. Посмотрите, какой цвет. Она не плотная, она прозрачная на лето. Видите, она такая вот прозрачная. И взяла я две помады. И в Сен-Лоран. Они подороже стоят. Они плотные. Я их очень люблю. О, мне дали другую помаду. Надо пойти менять. Мам, мне дали другую помаду. Мне дали другую помаду. Слушай, а вторая такая же? Интересно. Ну, отдашь мне. Да? Нет, ты что, они $30 стоят. Я иду менять, пока мы еще не это, не улетели. Мне они не нужны. Так, и вот такой лак. Хорошо, что я сейчас открыла. Обалденный лак. Диоровский. Посмотрите, какой красивый. Все, я пошла в Duty Free менять помады. Ну все, я поменяла помады с таким скандалом. Оказывается, когда мы покупали час назад, была другая смена. Вот. И они говорят, мы не имеем права, у нас бухгалтерия все деньги забрала, потому что я оплачивала по карточке. Мы, говорит, не можем вам ни помады поменять, ни возврат денег сделать. Вы должны прилететь. Когда прилетите, приходите к нам. Я говорю, я не приду к вам, у меня двое детей. То есть, понимаете, это же Внуково, это не магазин какой-то, куда можно прийти. Это нужно идти в аэропорт, причем зона duty free. Она говорит, мы не можем, если была бы другая смена, мы бы вам это вернули бы без проблем деньги. Я говорю, может мне деньги, почему я должна, говорю, приезжать в аэропорт через 2-3 недели? Почему? У вас же есть номер моей карточки. Переведите деньги назад, хоть через месяц, но просто переведите мне деньги без приезда к вам. То есть у них ничего нельзя, здесь совсем другие правила. Вот. Я им сказала, что я вам оставлю номер карточки, делать, что хотите, переводите мне. Я сюда больше не поеду специально в аэропорт, чтобы вы мне за две помады вернули деньги. Причем он говорит, нет, вы не две помады, вы должны вернуть нам все, что вы взяли с этой покупки. То есть они хотели, чтобы я вам отдала все, что там еще лак для ногтей и третью помаду. Деньги бы они вернули мне неизвестно когда, забрали бы у меня все товары. Ну, в общем, короче, мы нашли там две помады, и девушки под свою ответственность, их там будут все штрафовать за это начальство. Вот. И они мне дали помады, две, я доплатила 4 евро наличными, потому что они на 2 евро дороже, эти помады. Другие тоже в Сен-Лоран, только не жидкие. Я доплатила наличными, они не пробили чека, написала им заявление, они, конечно, все расстроены, потому что они не знают, как это все оформить. В общем, я рада, потому что, во-первых, мне дали мои помады, не забрали у меня то, что я купила, и как бы мне не надо будет приезжать в аэропорт. Ну, как бы это их ошибка, они не проверили, когда пробивали, я им поверила то, что номера совпадали, в следующий раз буду больше проверять. То есть я сама виновата, и они тоже виноваты. И то, что у них пересменок, это вообще, конечно, ужасно, потому что мы все-таки находимся в аэропорту, и если кто-то ошибся, кто-то, ну, передумал, мало ли что. То есть нельзя вернуть товар. То есть за час поменялась смена,
И сдали всю отчетность, хотя я не наличными платила, а по карточке. Почему нельзя сделать возврат, вообще мне непонятно. Сейчас я вам покажу эти две помады. Мне одной рукой неудобно снимать, потому что дети у меня уже там сидят. Сейчас я вам покажу, какая она красивая. Вот такая светлая. Видите? Тут даже номер, я не пойму, какой. 32-й. Да, это 32-й. 32-й. А та 31-я. Очень красивая. Это светлая. Так, а вот эта темная. Смотрите, какая красивая. Вот эта темная. Сейчас я на руке вам нарисую. Очень хорошая, но вот эта посветлее, другая потемнее. Они очень плотные, непрозрачные, в отличие от той третьей, она все-таки более прозрачна. Вот это более плотно вот на дневном освещении. Хочу сказать, надо всегда быть внимательными. И вот как бы эйфория отдыха, все такое, я расслабилась. Сама виновата, надо было 10 раз все проверить. Вот, ну, я рада, что все хорошо закончилось. Вот так вот. Классную помаду купила, диорскую. Покажи, мам. Она красивая. Она более рыжеватая, да, мам, такая? Я не знаю. Вот такое освещение нифига не видно. То, что надо. Цвет мне нравится. Да, красиво. Мы всегда с мамой берем помаду. Ну, все упаковки, чтобы не тащить их в самолет. Вот такая удобная зарядочка с двумя USB, чтобы подзаряжать наши все гаджеты. Такой вот для айфона. Очень удобно. Размяли заодно ноги, да, зайка? Да. Тебе не страшно? Нет. Вот там здесь тесно в туалете. Вот так вот. Уже летим. Сейчас помоем руки. Может, нам что-нибудь принесут покушать. У нас вылило стакан воды. Мы обложились вот такими штуками. В общем, день сегодня с приключениями. Да, будем? Да. Зачем водичку разлила? Обнаружила, что я потеряла сережку. День явно не задался. Но я уверена, что я потеряла ее в нашей машине. Я думаю, сейчас как прилетим, будем звонить домой, чтобы искали мою сережку. Потому что по всем видео и фотографиям, что я сегодня сделала в аэропорту, я везде была без сережки. А когда садилась в машину, была с сережки. Поэтому я думаю, что она в машине. Да, я тоже так думаю, что она в машине. Да, я надеюсь, что она в машине.
прошли таможню. Идем за чемоданчиками. Мини-выставка в аэропорту. Это просто картина. Просто картина, да? Смотри, чтобы она не свалилась. Мы в городе Варна, аэропорт города Варна. Вот тут такие вот фольклорные фотографии болгарских девушек. Вот такие. Там обменник. Там небольшие магазинчики. Можно купить водичку. Алкоголь. Опять обменник. Ждем наши чемоданы. Хотела сказать, что сережка моя нашлась. Мы позвонили домой. В общем, нашлась. Она, как я и думала, она была в машине на заднем сиденье. Так что, слава богу, без потерь. Интересно. Я так понимаю, что это пицца, барбекю, ресторан. Очень оригинальный, как динозавр. Пачкал всю кофту шоколадом. Справа площадка. Да, тут немножко видно детскую площадку. Ждем ключей. Никак не дождемся. Сидим. Колечко дрыхнет. Бедная. Вероничка мается. Ждем. Вот мы в номере. Такая большая кровать у нас, там балкончик, зеркало. Сейчас посмотрим. У нас второй этаж, здесь шестиэтажное здание. Смотрите, какой чудесный вид у нас, отлично. Вот бассейн, вот море. Все в минуте ходьбы.
Красота. А во второй комнатке будут спать девочки. Диванчик у нас тут. Двоих. Пусть спит там. Хорошо будет там спать. Поле, будешь спать на кресле? И у девчонок. Тут еще одна громадная. Как это, лоджия, сказала? Здесь тоже очень много места. Можно играть в теннис. Места очень много, да, зайка? Ванна. Очень большое зеркало. Для нас стало приятной неожиданностью, что здесь есть второй душ. Можно детей мыть и не стоять в очередь. У нас 4 девочки, но когда все мы приходим, все грязные в песке, потные, я могу детей мыть вот такой душ. Это очень удобно, супер удобно. Это очень классно. Называется Ривьера Холиде Клуб Барна. Кому интересно. Так нравится вам? Здесь мы будем жить почти 3. Здесь Ривьера, несколько отелей. Наш называется Ривьера Бич. Мы помылись, переоделись. Вот тут наш номер. Мы идем на пляж. Беги, зайка, к бабе. Вот так. Ты, конечно, занята? Ой, вкусно пахнет чем-то. А вон там вот. Вот и на море. Очень жарко. Море. Море достаточно теплое. Мама, подросли, ты не боишься? Не, я не боюсь. Смотрите, как еще светло, да? Видно море. Полиша, иди сюда. Иди сюда, посмотри. Куда ты полезла? Посмотри в камеру. Скажи привет. Привет. Мы идем кушать. Потом пойдем погуляем, изучим местность. Люди еще плавают. Все уже 6:30. Ну, классно. Вот эта помада, которую я купила сегодня. Вот она на мне. Красивый все-таки у нее дизайн такой, да? Такая она прям. И она очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Прям очень вкусно пахнет. И с таким блеском. Завтра буду другую помаду пробовать вечером.
Они все хорошие. Правда, они мне тяжело дались. На ощупь красота. Мама нашла инжир. О, точно. Когда он, интересно, уже? Ну, еще только вот завязался. Наверное, через месяц. Фиговое может, дерево. Да? Видишь, вот листок, фиговый листочек, говорят. Вот да. Фиговый листочек. Классно. Я никогда не видела их. Как красиво. Ну все, мы уже в номере. Под нами живут, по-моему, немцы. Играет немецкая музыка в микрофон. У них там какой-то, видно, магнитофончик. С собой, с немецким радио. Вот, отличный был денек, тяжелый. Мы далеко не стали уходить, купили себе по мороженому. Вот сейчас пойдем отдыхать. И на маму села на волосы муха. Не надо мне муху. Ой. Опять. Здесь очень классно. Опять. На фоне немецкой речи. Ну вот и все, видео получится длинным. Вот, ждите продолжения. Сегодня только первый день. До новых встреч!